Здравствуйте, уважаемые подписчики. А сейчас я вам расскажу про такие вот огурчики. Называется «Дядя Ваня». Соленые, рязанские. Баночка достаточно большая. Основан в 1999 году. То есть уже надо есть. Это шутка была. Ваня, дядя. Здесь идет такая вот голограмма. Вот здесь вот. На под крышкой, на ободке. Чтобы от подделки. 3 года с даты изготовления. Дата изготовления, номер партии и код изготовителя в виде букв А или Б указан на крышке банки. Хранить не более 3 суток. Значит, открытые имеется в виду. Они пастеризованные, соленые, очищенная вода, зеленый укроп, соль, регулятор кислотности, молочная кислота. Я не люблю, больше так и покупать не буду. Чеснок сушеный, перец, черный горошек, лавровый лист, возможно, незначительные следы горчицы. Ну, горчицы это не страшно. Без консервантов. Натуральная ферментация. Так, срок годности я всегда смотрю. Что здесь написано? Какой тут срок годности? 21, 15, 60. Так, масса здесь основного продукта 500 грамм, полная масса 950 грамм. На крышке банки, на крышке банки. Вот на крышке написано 26.07.23 года. Значит, есть можно. Очень туго открывается. Рукой открыть не смог. Взял открывашку. После этого ее поддел немножко. Вот так вот показываю. Ну, это даже она и так не особо сильно поддается воздействию. Вот, смотрите, видите, крышка вскрылась. Значит, уже можно кушать. Ну, вот я один попробую, а то с утра не очень заходит. Очень вкусно. Некоторые советуют мне попробовать рассол и сказать, как рассол можно пить. Сейчас вам скажу. Можно пить. Пока-пока.